Hey guys, я напоминаю, что с 17 января 2020 года, без объявлений и без всяких анонсов, мир потрясла новость невиданного масштаба. Вышел новый альбом Эминема! Yeah, motherfuckers! И сегодня мы его разбираем. Мы узнаем, как восприняли критики 11-й сольный альбом Эминема под названием Music to be Murdered By. И еще мы узнаем, что там интересного. Там очень много интересного. Там охуенные треки, очень крутой текст. И еще рекорд скорочтения, который поставил Эминем одной из песен, которые я сегодня постараюсь побить. Поэтому досмотрите до конца, и вы будете моими свидетелями для The Guinness Book of World Records. С вами Дэми и онлайн-школа английского языка Skyeng. Начинаем. Как я уже сказал, альбом называется Music to be Murdered By, который дословно переводится как «музыка, которая убивает». Но мне больше нравится вариант типа «музыка, под которой можно быть убитым». Когда Eminem записал этот альбом, он был очень вдохновлен записями оркестра под названием Alfred Hitchcock Presents Music to be Murdered By. И в новом альбоме Eminem использовал голос Alfred Hitchcock между песнями как интерлюдия. My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. Даже на обложке для релиза видно Alfred Hitchcock. И я думаю, что Alfred Hitchcock даже ощущается на протяжении всего альбома. Ну, не в том плане, что это типа ужасный альбом, а в плане нагнетания. Ну, слушайте, ребята, отсылки — это очень круто, но сначала я думаю, что надо понять, о чем идет речь в этих песнях. И с таким рэпером, как Eminem, это очень сложно. Ну, вы же помните такую картинку? Тут рэперов сравнивали по словарному запасу. И это интересно, потому что, чтобы понять Lil Uzi Vert от и до, надо иметь 2500 слов, то у того же Eminem надо иметь 4500 слов. И это нехилое дело, ребята. Но я вам с этим помогу, потому что я знаю, что это сложно. И у меня для вас есть личный план, чтобы изучить язык с помощью песен. Мы в плане для вас собрали советы, как учить английский по песням, еще онлайн-уроки с разборами песен, YouTube-каналы для настоящих меломаниакс и видео-разборы по крутым клипам. Получите бесплатные инструменты для прокачки своих навыков языка, от говорения до письма. И еще вы узнаете, что советуют преподаватели. Но главное, что все это бесплатное и занимаюсь любимым делом. Хотя у меня, например, любимое дело — это щелкать по ссылке в описании. Ну, я это делаю прям постоянно. Попробуйте, попробуйте, это затягивает. Если честно, критики восприняли этот альбом без восторга. Но я считаю, что это вообще не имеет никакого значения, потому что за 8 часов на iTunes, за 8 часов Eminem возглавил чарты в 45 странах. А еще в альбоме некоторые строчки оказались спорными и вызвали жаркие споры в интернете. На треке Unaccommodating он там говорил какие-то слова по поводу теракта, который был на концерте Арианы Гранде. И много людей это восприняли не очень хорошо. Они сказали, что это было жестко, это было неуместно. И что, в принципе, не надо было такого себе позволить. Так как он ответил, это очень интересно. Я добавляю себе очки, потому что я не вижу. Итак, Eminem пишет в своем инстаграме. So before you jump the gun, please allow me to explain. This album was not made for the squeamish. If you are easily offended or unnerved at the screams of bloody murder, this may not be the collection for you. Certain selections have been designed to shock the conscience, which may cause positive action. Unfortunately, darkness has truly fallen upon us. Я не знаю, почему это так влияет на меня, но он даже это красиво пишет. Он использовал тут выражение to jump the gun. To jump the gun — это типа сделать что-то до того, как это должно было быть сделано. Но, по крайней мере, это так, как я это перевожу. И я думаю, что когда люди сразу напали на него, они реально jumped the gun. Не нужно было, потому что надо сидеть и слушать, и читать его текст, потому что он даже тут говорит, что типа это для the sharpest knives in the drawer. Это для самых умных, самых чутких людей. Да, вот тут я листаю в его инстаграме. If you get offended by Eminem's music, that's the equivalent of going to see a horror movie and complaining that it's too violent.
То есть, если ты обижен музыкой Eminem, то это то же самое, если бы ты пошел на фильм ужасов и сказал, что там слишком страшно или слишком много насилия. Ладно, перейдем к самому интересному. Композиция Godzilla написана Eminem вместе с молодым рэпером Juice WRLD, который, к сожалению, умер от сердечного приступа 8 декабря 2019 года. Я, честно, еще не слушал этот трек, потому что Skyeng мне сказали, что надо вместе с вами его послушать. Но я узнал, что за 30 секунд Marshall выговорил 229 слов. Это 338 слогов за 30 секунд, ребята. И побил собственный рекорд по скорости читки. Это 11,3 слогов в секунду. Это как сказать автоэлектростеклоподъемники за одну секунду. Ну попробуйте. Автоэлектростеклоподъемники. Но это невозможно. Просто невозможно. Давайте вместе послушаем эту песню, потому что я уже как-то... Я ждать больше не могу, ребята. Давайте просто включаем. Как он это делает вообще? Я не понимаю. Это, ну, смотрите, если честно, вот ближе к концу, когда он очень быстро говорит, я нихуя не понимаю. Честно, вообще ничего. Но вначале все было, ну, более-менее понятно. Когда он пьет, становится монстром, да, Годзиллой. Давайте не буду угадывать. Сейчас с помощью ОК Гугла мы найдем текст. Ладно? Скажу честно, что с помощью текста не сильно яснее стало. Как я угадал, он рассказывает немного о своих переживаниях, связанных с алкоголем. То есть он там говорит... Запоминайте эту фразу «to swallow a bottle of alcohol». Наверное, это приличное «to swallow a bottle of something else», хотя американка не одобряет чрезмерное употребление алкоголя. Ну, то есть он сам делает, но не одобряет. Почему эта песня называется «Godzilla»? Потому что Eminem самого себя называет «Годзиллой». Ну, точнее, монстром. Когда он пьет, он становится «Годзиллой». И это написано даже в припеве. Очень круто. И по-нашему. Ребята, даже если вы не такой грозный и самоуверенный, как Eminem, вы можете употреблять это выражение to feed something to somebody. I'll feed bacon to my dog. Это еще доказательство того, что это непредсказуемо, когда пригодятся какие-то слова или выражения. Поэтому важно все знать и не быть Годзиллой, только если ты Годзилла английского. Ну и перейдем к самому интересному, к тем 225 словам и к тому, как я их понял. В этих словах Eminem в принципе говорит, что типа со мной лучше не связываться с другим рэпером, потому что если так, я тебя уничтожу. Other words, I'm Minute Maid. Minute Maid — это такое производство соков. У меня Minute Maid Orange Juice — это прям, ну, образ из детства. Он имеет в виду, грубо говоря, что типа я сделаю из тебя fresh, если можно так сказать. Drink it. Drink it. It's delicious. Раз уж заговорили о глаголах, давайте еще какие-то угрозы от мастера рэпа. Он говорит «Obliterating everything, incinerate and renegade him». Или как он это читает «Obliterating everything, incinerate and renegade him». Это мне как-то, ну, получилось нормально. А теперь давайте вместе постараемся превратить эти глаголы-угрозы в более спокойные повседневные глаголы. Например, «To incinerate» — это не только испепелять, это еще и сжигать. А сжигать можно не только врагов, да? Например, I incinerated that notebook that you gave to me. Или слово renegade. Это переводится как предавать. Но можно это еще сказать как изменять своему слову. Например, I'm going to renegade and buy two bottles of water instead of one. Типа я изменяю своему слову.
И все. Гораздо спокойнее. Ну и, конечно, финальное слово to obliterate. Это переводится как уничтожить или можно даже стереть с лица земли. Более спокойный вариант я не найду. А еще в этом очень быстром фрагменте Eminem очень много себя хвалит. Например, I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevadable. I'm available, I'm blowing up like an inflatable, I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevadable. Ну, я два из этих трех слов понял, когда мы это слышали, поэтому я молодец вообще. Хотя, ребята, если вы с первого раза не поняли, что он там говорит, не волнуйтесь, правда, потому что даже в таком скорости для меня этот текст как иностранный. Это реально очень сложно понять даже носителю. Ребята, я оттягивал этот момент как смог, потому что я реально очень волнуюсь. Я обещал постараться побить его рекорд. Я не уверен, что что-то из этого получится, ребята. Я не знаю. Ну, в общем, ни пуха, ни пыра. И break a leg мне. Ладно. Сейчас надену очки, потому что я старый, так же, как Marshall Mathers. Просто я постараюсь читать как можно больше слов за 30 секунд. Это без репетиции. Filling with the venom and eliminating it. In other words, I made him hate him. I don't want to hurt him, and I did it with the fin of the rage. And I'm murdering him again. Nobody will evade him. Finna b**t. Finna kill him and jump out all the fuckings in the lake. Obliterating everything, considering and renegade him. And I make everybody who want it and then the pin afraid. But jump and no. Ah! But nobody, but don't. Nobody want it, but they're going to get it anyway because I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm an adult killer. Be killed and killer be the vanilla gorilla. You're bringing the killer within me out of me. You don't want to be the enemy of the demon who went into me and be on the sitting enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me, the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Fuck! Как он это делает? Как он это делает? Это так сложно. Ну, может быть, есть какие-то теории, что там он на самом деле, ну, дышит. И они просто склеили это очень хорошо. Но я a true believer. И я очень надеюсь на то, что он это делает все по-настоящему. Низкий поклон Marshall Mathers. Ладно, ребята, я, конечно, не Eminem, но почему-то мне тоже захотелось выпустить свой альбом, поэтому напишите в комментариях, как мне его назвать. Я сейчас думаю, вообще ничего не приходит в голову, но вы помогите мне. А я пока пойду разбирать остальные треки вот этого альбома, потому что там очень много интересного и крутого. И вы тоже не ленитесь. В промежутке между песнями ставьте лайки на это видео, делитесь им со своими друзьями, это очень важно. Для кого? Для меня. Ну и для Скайнга. Но в общем, давайте сделаем это все вместе. И с вами сегодня был Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Have a good one. I'm a monster. Yeah, motherfucking Godzilla. Все.